Здорово, друзья, с вами Кеники, у нас обновление в Firstborn. Кро, твою нору можете сейчас забегать, короче, 3 минуты, да, осталось? Я здесь вообще в Одине был, просто открывал, и тут хлоп, и обнова. Короче, новый сезон, новые пушки, новые слеги и новый маунт. Конечно же, это вообще пушка, черный баран, черный баранито. Нас ждет уже сейчас. Многие вы знаете уже, что OpenBTTest нам уже показал, но OpenBTTest все-таки есть OpenBTTest. Здесь надо рассматривать, какие варианты есть также. Смотрю, сундуки вообще просто топовские воевода. То есть можно получить и руны, и бомбы, и кабана. А, золотой, кстати. О, прикольно. Необычный. Потом белую рысь и белого баранчика. Ладно, я хочу зайти в кротовую нору. Почекать вообще, что там, пацаны уже бегают или нет. Может, с лута пойти? Вообще прикол будет. Кротовая нора. ПВЕшная есть. Есть ПВПшная, но там на 4 игрока, скорее всего, уже есть. Поэтому чекаем. Так, нас тут чел воевод. Надо с ними побазарить. Получить 5 проходимости сезона. Скорее всего, будет также доступны сезоны, которые можно проходить не в один день. Вот, поэтому убейте монстров в форпосте и получить 40 штук. Челы пишут. Всем привет. Здорово. Так, у нас здесь сразу дают нам сезон. По 40, наверное, будут давать. С каждым разом оно будет... Подписываемся. С каждым разом оно будет все больше и больше. Поэтому здесь дальше в нору вы можете зайти в ПВЕ. 250 силы надо. Саботаж. Это 4 человека, скорее всего, будут идти. Но там получить можно больше лута. Но также можно получить и больше раз люлей. Так, может зачекать? Оно же все равно там ничего не будет такого. Давайте ПВЕ посмотрим, что там. Я с лутом пойду. Хрен с ним. Надо убийцу поставить. Хотя бы с прыжка бить. Посмотрим. Гробница Форспорста. Да, давно ждали этого сезона. Поэтому располагайтесь поудобнее и забирайте ту броню, которая вас ожидает именно в библиотеке. Форпост. То есть здесь вообще контент начал развиваться. То есть вы можете и ПВП, и ПВЕ. Вот чик. Вас закидывают сразу сюда собирать добычу. Мне надо убийцу поставить, чтобы начинать собирать эту добычу. Хотя бы с прыжка. Кстати, вот насчет банки давайте сразу заюзаем, проверим. Баночка работает? Наверное, работает. Что-то я так и не понял. 500 урона получаешь и бутылку забираешь. Такое себе, конечно. Дальше. 169. Бинтик можно забрать. Ну, чисто да, на убийцу в ПВЕ можно бегать. Лутаться. Чего нет-то? На прыжке жить одном. Если еще под яростью, будет вообще бомба, да? Так, это мы сюда. Сюда. Вот так. И со стелса можно убить. Наверное. Да. Ну, вот тут такое. Надо идти, конечно же, в ПВП. И будет вам счастье. Сейчас будут, наверное, активно продавать все. Также у нас... О, не, ярость есть. Ладно, бин захаваем, ярость возьмем. Активно, наверное, будут продавать ключи, но они, наверное, у всех уже там миллиард этих ключей. Вот, тут уже пацанчик какой-то ходит. Олежа. Здорово, Олежа. Берете кристаллик. Под скоростью валите вот сюда. Не знаю насчет... Тим. Будут ли тимиться люди или нет. Ну, скорее всего, да, все как обычно. А, сундук не появился. В OpenBTTest'е тоже его не было. Странно, конечно. О, еще ярости. Ну, бафов, как бы, я уже достал до херища. 9 штук. Ну, как бы, это много. С обычной, да? Если вы не особо PvP, вам туда лезть не стоит. Ну, в принципе, в двух словах понятно. Снары не выкидывает. Уже нормально. То есть, как зашли, и каждый, сколько там КД, конечно, я даже не увидел. Но вот эти кристаллики, которые нужно сдавать именно на сезон, тут что-то, наверное, их мало, что ли, или что, так можно сказать. Короче, я хочу сбегать еще
Вот этому челу. Этому челу можно сдавать 25, каменное пограничье сдавать, и большой камень пограничный 50. Вы можете, конечно же, с друзьями это все дело делать. А что это такое за сундук? А, это попутная награда, если вы будете носить этому челу еще что-то. Но она такая не особо прям вау, я бы не сказал, что это вау. Я хочу посмотреть маунта. Маунта. Новый маунт, поэтому что будет, хрен его знает. Сейчас уже высвечивается эта штука, которая находится сбоку. Скрыть ее нельзя. Просто чик показать. Ну, то есть, чтобы не нажимать на вопросительный знак. Популярный пойдем. Посмотрим, что там в популярном хейме. На баранчиках уже бегают или нет. Я потом пас куплю. Чуть позже. Какой сезон? Где бараны ваши? Нету баранов, да? Нету. Так, я хочу почекать, что у нас вот здесь. Где-то жук, носорог, баран. Ну, смотрится прикольно. Но вообще, как он делает, что там, не знаю. Удар рогом тоже прикольная штука. Легендарный удар рогом. 55 урона всем целям вокруг броня и оглашает их на 2 секунды. Вокруг барана. А радиус барана, конечно, не указан. Так, дальше. Еще можно вот здесь посмотреть. О, клиент, задержись-ка на минутку. Вы можете почекать, что здесь можно забрать всякие штуки. Ну, образно говоря, здесь все два раза дольше стоит. Поэтому мы идем на свою локацию. Значит, на баранчиках никто не бегает. Было бы интересно посмотреть. Идем на свой хейм, посмотрим, может там дешевле будет. Ну, с каждым разом, когда вы покупаете что-то, у вас оно становится еще дороже. Поэтому есть смысл качать свой хейм и забирать награды. Награды здесь увеличены еще до 4 позиций, которые вы можете посмотреть. Также в этом чуваке, у нашего торговца, да? Да, то есть в 2 раза дешевле. Если коня покупаешь, конь станет 3000 дороже, да? А сейчас мы это дело и проверим. Ну, допустим, я покупаю... У меня дохера серебра, кстати. У меня его 67 тысяч. Нашли все-таки разработчики, куда сливать это серебро. Это можно сделать именно здесь. 67 тысяч. Так, ну давай, за 700 покупаю. Топорики за 600, такое себе. Но слоты именно, именно слот дорожает. То есть, если вы купите вот эту банку со 180, хоп, значит, следующая банка будет идти вот за 243. Ну, в принципе, есть куда сливать, поэтому стоит ли этого или нет, не знаю. Не знаю, как по мне, такое себе. Хотя, если у кого-то там 5000 миллионов серебра и не знаете, куда девать. Да хотя лута сейчас у всех хватает, поэтому тоже себе такое. Ну и самое главное, это последнее. У нас это что такое? Портальная тюрьма. Точно. Портальные тюрьмы. У нас они обновились. Давайте зачекаем, посмотрим, побегаем. Но самое интересное, нас ждет святилище еще один. А, кстати, вот, здесь добавили комплект драконьей брони. В сокровищнице библиотеки вы сможете найти комплект легкой, средней, тяжелой брони дракона. Вот, уже добавили этот слот. Все, если вы хотите за знаки пройти, кстати, то за знаки именно где-то в районе 800 знаков, чтобы залутать полностью всего Одина. По-моему, где-то так, потому что я на бетке тестил. Где-то так оно и есть. Здесь ничего не поменяли. А, 1700. Да, у меня так и было. То есть, если вы не набили кабана, да, я был на 1700, по-моему, я уже не помню, то есть ли смысл бить вот эти, не знаю, потому что здесь леса будет идти, здесь еще раз леса, еще леса. Вот здесь уже легендарные пухи боевого, боевые будут идти, лук император, но не факт, что он вам выпадет, но его можно будет фармить. Ну, то есть, очень удобно, если вы набили 200, то есть, кстати, тоже очень прикольная тема,
И вы там обновляется, а, в 9 дней, было 14 на бетке, так что не путайте, 9 раз 9 дней можно выбивать 100% вот эти вот пухи, 100% мешки, и не знаю, с каким процентом у вас будут падать вот эти пухи. Ну, Луки Император, такой себе посох, вот для зачистки было бы прикольно. Дальше, здесь по 2, не, вообще рентабельно, наверное, останавливаться все-таки на 2-300, потому что здесь, во-первых, 3, 2 мешка дают. А что тут 3 не сделали? Блин, ну то есть, если здесь 1, 2, 3 с лисой, то здесь 1, 2, 2. Ну как-то такое себе. Не знаю, 2400 это очень много, конечно. В соло я попытаюсь это, конечно, сделать. Не знаю, может с семьей посмотрим. Если нечего вообще буду делать в этом сезоне, то можно этим заняться. Поэтому есть куда сливать лут. Дальше. Дальше идет другой вариант. Это у нас архивы. В архивы я скажу попозже. Но, сами знаете, там очень жестко, поэтому можете все чекать. Час 30 у вас идет обнова вашей кротовой норы. Здесь можно еще глянуть, все те же наборы остались. Здесь, это все то же самое. И если в инвентаре есть такая штука, вот чик, можете посмотреть. Сколько у вас опыта, сколько урон по монстрам, сколько одного, другого и третьего. В принципе, неплохо. Немножко сместили все сверху, сделали чуть-чуть другого плана. С вами был Кенни, как всегда. Не забывайте, конечно, подписываться на канал. Ну, а я пошел готовиться на архивы. Каждые 2 дня, либо каждый день можно проходить, если вы играете в соло. Пока-пока, до новых видосов. Чао, какао.